Старая монета. Это еще одно видео от Лейтона, которое уже было у нас в подборке. Как мы знаем, он согласился присматривать за квартирой соседки и проверял почту. В квартире он обнаружил старую монету, которую на время взял себе. Когда уже в его квартире начали происходить паранормальные события, он вернул монету. Но несмотря на это, события были все только агрессивнее и напряженнее. Remote is there. I'm going to try and get some more footage if I can. There's been nothing at all today, so that was out the blue. Got ya. Right. What's next, you little shit? Oh, well, that's nice of you. Closing them. Put the TV back on. I'll turn the main light off. Break them f***ing blinds and you're gone tonight. Little shit. I'll ring the f***ing priest. В одном из видео Лейтон снимает, как его жалюзи начинают открываться и закрываться сами по себе. При этом телевизор ежедневно включался и выключался без видимой на то причины. Лейтон дает свои комментарии по этому поводу, рассказывая о том, что его жизнь начинает напоминать фильм ужасов. За эти несколько недель преследования Лейтон заметил, что духу, кажется, понравилось растение в его квартире. Когда он пригрозил избавиться от этого растения, дела приняли ужасающий оборот. Лейтон, когда тащил растение, ощутил холод, будто его окунули в холодную воду. У него внезапно начала кружиться голова, и он почувствовал себя не по себе. Right, I put it there, guys. Next to this window. There's nowhere for it to go, really. Let's put it on the balcony. What do you think? Уже через несколько мгновений невидимая сила поворачивает ручку, чтобы открыть дверь. Даже в замедленной съемке мы можем ясно увидеть, что никого не было рядом, кто бы мог открыть дверь. Waverley Hill. В следующем ролике мы увидим санаторий Waverley Hill, расположенный в Кентукки. Он был открыт в 1910 году и рассчитан на 140 пациентов. Специализировался он на лечении туберкулеза. В 1926 году санаторий был расширен. В нем уже могли проходить лечение 400 пациентов. Также проведена реновация, но несмотря на современное оборудование и инновационные методы лечения туберкулеза, пациенты умирали здесь один за другим. Согласно статистике, только по подтвержденной информации 152 пациентов в месяц умирали здесь, а большая часть документации была уничтожена. Как и любое другое заброшенное здание, оно имеет печальную историю. Здание ветхое, мрачное, стоит на холме. Несмотря на все это, команда отправляется прямо в это место. Любители острых ощущений Райан и Вят решили посетить морг этого жуткого места. Они используют спирит-бокс, чтобы получить ответы от предполагаемых духов. Давайте посмотрим. Почему бы вам не сесть прямо? Я пытаюсь. Здесь практически нет места, чувак. Они сделали это не для удобства. I'm gonna end up dying. Go deeper! Roof! Guys! Come in here! Come in here! Oh! Oh, dude! Oh, no! No, no, no! Go deeper. No! What? Both devices just said go deeper! Guys, this is. Oh my god! Both devices just said go deeper. Dude, something's going on, man. Чувак, что-то происходит, чувак. Боже мой, мы уже где-то здесь. Положи голову мне на ногу. Вот так, пожалуйста. Чувак, еще хуже то, что у меня в пальце заноза. Ох. Это наименьшее из моих забот. Это ваша заноза. Ох, чувак. Это пугает. I got it. I got my sliver. You! It just said you, the device. No, no, it's gonna be me. Они собираются забрать меня. Кто будет первым? Один из вас, ребята, пнул его ногой, верно? Нет, нет, нет. Вы это видели? Да. Он сдвинулся с места. This is tilted, right? It's tilted. Elsewhere. It wants to take me elsewhere. Something's wrong here. Находясь в ящиках морга, они получали ответы. Кажется, кто-то говорил им залазить все глубже в эти ящики. Раз за разом их устройства реагировали на что-то, что обитает в этом здании. Райан и Вят буквально сходят с ума, кажется, реагируя и подчиняясь духам. Это безумие. Как мы только что оказались запертыми в ящике морга, братан? Зачем я сюда пришел? Я пригласил тебя. Я пригласил тебя в свою квартиру. Это безумие. Если вы хотите, чтобы мы ушли, мы можем это сделать. Чувак, давай же, чувак. We might have to go to the body shoot, guys. Yeah. What? Riv, did you... Там только что было написано «толкни». На моем устройстве только что было написано «толкни». Чувак, что за чертовщина, чувак? Это безумие какое-то. Ребята, вы одобряете тот факт, что мы находимся в ящиках морга в Уэйверли-Хиллз? Это нормально? Мы можем это делать сами. Somehow we're dead, but our legs work just fine. С вами все в порядке? Нет? We're dead, but our legs work just fine. Are you okay? No. We're dead, but our legs work just fine. Are you okay? No. Вы только что пошевелились? Я не двигался, чувак. Спустя некоторое время неизвестная сила решает немного выдвинуть один из ящиков, что, несомненно, пугает команду. Зрители писали, что, возможно, нечто пыталось причинить им ту боль, которую чувствовали находящиеся здесь пациенты, когда умирали. Другие комментаторы отметили, что нельзя беспокоить усопших и тем более залазить в ящики, где когда-то лежали тела неизвестных мертвых пациентов. Тем самым команда привлекла к себе внимание неизвестных сил, и никто не знает, что может с ними случиться. Ролики от подписчика. Следующие два видео нам прислала наша подписчица. Это явление также называют дверью в небе. Оно встречается в Китае, но также и в других странах по всему земному шару. Это видео снято в Москве в 2018 году. Девушка тогда ходила с телефоном, на котором не было памяти, и единственным шансом сохранить что-то была съемка в запрещенограмм. Она отмечает, что в этой местности ничего не было, что могло бы так светить, как прожектор. Этот квадрат был не один и буквально полз по небу в течение часа, а то и двух. Девушка отмечает, что больше таких явлений в этой зоне она не видела. Во втором видео можно увидеть некие вспышки в небе. Сначала девушка подумала, что это салют, но характерного звука не последовало, так же, как и остальных вспышек. Она выглянула посмотреть, а за окном стояла зимняя загородная тишина. Небо было пасмурным. И тут она увидела красную вспышку, через время зеленую и снова красную. Определив, что между вспышками есть интервал в 5 минут, она побежала за планшетом. Минут 10 девушка высовывалась в окно, и не зря. Ей все-таки удалось что-то заснять, но не просто вспышку, а целый световой столб. По словам девушки, ей удалось заснять только его, и он уже был голубого цвета. Ни зеленые, ни красные вспышки она не успела заснять. Столб вырастает как бы из земли, а не из облаков, но при этом он максимально светится где-то наверху, прямо мощно вспыхивая. История. В следующем ролике мы увидим двух молодых девушек, которые просто записывали короткое видео для ТикТока. Они придумали вымышленную историю, как они встретились с чем-то жутким в своей квартире и не ожидали, что произойдет дальше. Empezar a hacer un corto, hablamos como si fuera real. Sí. Esto, bueno, pues terminamos de hacer el corto y eso es la verdad y pues no sé. Así que si estás viendo es... ¿Qué es eso? No sé. Creí que era el ruido de esto. No, güey, se escucha la cama del cuarto. ¿Es la cama del cuarto va? Sí. Pero le digo que se fue. A ver, espérame. Yo metí a la cámara porque sí, es que sí, güey, escucha la pinche caraja. Vete a la verga, güey. No mames, güey, güey, vete a la verga, güey. No, pinche mimo allá en el cuarto. Güey, ya había algo brincando en el cuarto. Espérate, perra, ahí está. Güey. Había alguien en el... Güey, algo estaba brincando, lo grabé ahorita. Te juro que yo lo grabé. Güey. Estaba en el cuarto. Estaba brincando. ¿Te quieres que te voy a enseñar el video, güey? Es que la Michi, pero la Michi creo que ella se quedó. No sé. A lo mejor fue, no sé, tu imaginación por el tema que estábamos hablando ahorita, pero no creo. Y güey, para andar jugando por esas mamadas de los cortos nos va a salir algo, güey. Спустя время в одной из комнат они замечают нечто темное, что находится в одеяле. Девушки считают, что это была реальная паранормальная встреча. Путешествие. На следующем видео группа друзей отправляется в путь поздней ночью. Они хотели насладиться своим путешествием, но дело приняло неожиданный поворот. Они сталкиваются со страшным зрелищем. Давайте посмотрим. Супер саксу хроно. Супер саксу хроно. О, le trottoir. Ça, ça marche. Ça, c'est de la puissance. Et on va faire. Eh mec, c'est quoi ça? Quoi? Où? Quoi? Eh mec, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh putain, retourne pas! Fais demi-tour! Fais demi-tour! Mais t'es malade! C'est quoi? Oh putain, retourne pas! Fais demi-tour! Oh mais ça se trouve c'est quelqu'un! Ici. Ça se trouve c'est quelqu'un! Waouh! C'est quoi ça? Non. Ah mais elle est psychopathe la gonzesse! Attends! Elle était dans le virage, elle était là! Waouh mais c'est pas... Sarah, elle est dans le chemin. Vas-y, viens, on va voir. Vas-y, viens, on va voir. Vas-y, vas-y. Когда друзья движутся по трассе, то замечают пугающую фигуру, стоящую вдалеке от города. Призрачная фигура материализуется на их глазах, а когда они осознают происходящее и решают исследовать это место, то ничего там не находят. Ощущение. Все, что известно о следующей больнице, это то, что она открылась в 1839 году. По неизвестным причинам в 2009 году больницу просто закрыли, а в ее заброшенных стенах поселились бродяги. Приходящие сюда подростки в поисках экстремальных ощущений рассказывали, что замечали здесь паранормальную активность, начиная от полтергейста, заканчивая громкими шагами, плачем и смехом детей. Карл и Стюарт решили исследовать это место и испытать себя на прочность. Если ты не против, мы знаем, что ты здесь и пытаешься связаться с нами. И, пожалуйста, не поймите это неправильно. Я просто расстроен. Я кое-что видел и хотел бы увидеть это снова. Я кое-что слышал и хотел бы услышать это снова. Не могли бы вы сделать это, пока мы находимся в этой комнате? Просто издайте какой-нибудь звук. Пожалуйста. Это было здесь. Это? Мы сняли это на камеру. Не могли бы вы повторить это еще раз? Я определенно записал звук на камеру. Я стою там, где услышал шум. Не могли бы вы повторить это еще раз? У нас получилось, у нас получилось, у нас получилось. Не могли бы вы что-нибудь сделать? Не могли бы вы открыть ящик стола? Не могли бы вы захлопнуть ящик стола? Не могли бы вы издать какой-нибудь звук? Не могли бы вы опрокинуть картотечный шкаф? Whoa! Why the filing cabinet? What the fuck happened with this filing cabinet for that to happen? I just don't like it. That was a bang. Did you? Yeah. Fuck yeah, yeah, absolutely. Yeah. There is nothing that could. I need to. Я имею в виду, что ни в одном ящике ничего нет. В этих ящиках нет ничего, что было бы сделано вручную. Okay. Hello. You kidding me? What? You gotta be right and... Спустя некоторое время они замечают звук, похожий на стук ящика, который находится рядом со Стюартом. Аномалии не перестают происходить, а когда они пытаются пообщаться с духами, те им охотно отвечают. Несмотря на это, Карл и Стюарт продолжают расследование. В этом конце комнаты никого нет. Вот тут что-то хлопнуло. Вот это был тот самый звук. Не могли бы вы повторить это еще раз? Пожалуйста, не могли бы вы повторить это еще раз? Вы можете издать этот звук? Мне показалось, что кто-то смеется. Хорошо, а что, если я вас закрою? Вы не могли бы открыть дверь? Что за чертовщина? Поговорите со мной. Как ни странно, но после того, как я вошел в эту комнату, я ничего не чувствую. I just wish they'd talk to me instead. Oh. Хорошо, я понял, я ухожу. Что-то шепнуло мне на ухо, уходи. Карл испытывает различные сверхъестественные явления, которые он не может объяснить. Тем не менее, он терпелив, но всему приходит конец, когда ему кажется, что кто-то шепчет ему в ухо. Для него это слишком, и Карл решает закончить расследование. За столом. В следующем видео женщины сидят за столом и разговаривают. Уже спустя несколько секунд женщина справа почувствовала, будто кто-то тянет ее за волосы, причем так сильно, что она наклоняет голову. Женщина ударилась головой об стул и сначала подумала, что это была шутка одного из ее внуков, но рядом никого не было. Когда они посмотрели записи с камер видеонаблюдения, чтобы поймать шутника, то никого там не увидели, будто кто-то невидимый просто дернул ее за волосы. Зеркало. Изначально это видео было загружено на Reddit, но им также поделились пользователи в ТикТоке. Эллиот выложила это видео в попытке получить ответы на свои вопросы. Она снимала себя, находясь перед зеркалом, как вдруг заметила тень, которая проносилась позади нее с нечеловеческой скоростью. Девушка говорит, что ни один человек не смог бы бежать так быстро, находясь в маленьком коридоре. Она говорит, что это было похоже на ребенка, но в их квартире нет детей. За забором. Следующее видео было найдено на Reddit. Как утверждается, в нем содержатся кадры с ребенком-призраком. Давайте посмотрим. That doesn't look right in front of my fucking lens. What the fuck is that thing, dude? Dude, I'm actually freaking out. Dude, shit, I'm gonna. Dude, it gets more. Dude, that thing looks like it's looking right at us like this. Like this. Look at it. What the? What the fuck is that thing? Every time I move closer, it looks more and more like a figurine. I did not see that when we passed. What the fuck? What the fuck? Dude, okay. You know, yeah. Когда парни смотрят через забор, темную фигуру ребенка можно увидеть стоящей неподвижно. Затем они ушли, но обратите внимание, тень последовала за ними. Операция. Следующее видео было найдено в соцсетях. По словам автора, который выложил ролик, человеку предстояла опасная для жизни операция, которую проводят немногие, а статистика по выживанию печальная. В видео человек только проснулся после операции, и его охватило чувство страха, и послышался странный звук. Ему казалось, что кто-то находился в комнате, поэтому он решил все заснять. Посмотрите. Темная фигура проходит прямо перед этим пациентом, появляется слева и быстро, с нечеловеческой скоростью, пробегает мимо. В тот момент он не заметил эту фигуру, пока не посмотрел видео спустя несколько дней после операции. Те, кто видел этот ролик, верят в то, что призрак другого пациента мог попасть на камеру. Однако другие утверждают, что это могло быть что-то зловещее. Пар. Следующие два видео были опубликованы на YouTube. Пользователь снял их в парке в Омахе, Небраска. Поздно ночью семья гуляет по окрестностям района, который окружен десятками свечей, что добавляет жуткой атмосферы. Услышав странные звуки, мужчина начинает поворачивать камеру и фонарик на дерево и видит там нечто поистине шокирующее. Посмотрите. Where? What tree? Which one? Where? Which one? This one here? What do you think we're talking about? There he is. Yeah, go over there. Where? Run. Go. I just saw him. Go. Don't fall. It's terrible. Oh shit! Get your flashlight. Hurry. Get a white face. Get a totally white face. Really? Можно увидеть, как какое-то существо или человек прячется за деревом. Как только семья замечает это нечто, они убегают так быстро, как только могут. Это существо или человек имеет абсолютно белое лицо. Кто или что это было, эта семья все еще не знает. Но это не единственное видео, которое было снято. Во втором ролике они едут по неосвещенной дороге и обсуждают, что только что увидели. Однако, к несчастью для них, они увидят это нечто еще раз. На дороге они видят странное безликое существо, предполагая, что уже видели его. Когда это нечто их замечает, то быстро возвращается в лес. Вся семья пугается и быстро сдает назад, пытаясь уехать из этого места как можно быстрее. Это видео было снято на камеру видеонаблюдения во дворе. Мужчина решает сесть в свой автомобиль, и кажется, что ничего особенного не происходит. Но можно заметить две тени, похожие на людей, которые стоят слева. Как только мужчина включает фары, тени тут же исчезают. Посмотрите еще раз. Сначала мы ясно видим там двух людей, но когда он включает фары, они пропадают, как будто они просто растворяются в воздухе. Конечно, качество видео оставляет желать лучшего, но при этом многие зрители заметили, что силуэты поразительно похожи на людей, и это не может быть простым глюком камеры. Что-то в темноте. Следующее видео было записано мужчиной по имени Джоса поздно вечером. когда он присматривал за своей маленькой племянницей. Девочка показывала на что-то в дверном проеме, и ее дядю это встревожило, и он решил записать все происходящее на камеру. Девочка раз за разом указывала на что-то в темноте, но Джоса ничего не видел. Он наводил камеру на то место, куда показывала его племянница, но не был уверен в том, что там действительно ничего нет, поэтому продолжал снимать. Look, she's pointing. See? There's someone over there. I'm freaking out. Who are you pointing at? Who is he? How can we keep pointing? Where's he at? Is he over there? Will you read it to us, please? Who is he? I'm not really sure who it is, but yeah, she's like pointing upwards. They must be tall or something. Look, she's pointing again. Look. Джоса говорит своей племяннице, чтобы она показала, где именно она видит нечто необъяснимое. Она, в свою очередь, не переставала показывать пальцем на все то же темное место. Yeah, she said something though. Like it's crazy because like oh no, I'm just babysitting my niece and nephew. My nephew's right here. Then it's her, and then she keeps pointing at something. You gotta get out of here, man. You gotta leave, man. Honestly, you're not welcomed here. Leave. Wherever you are, leave. You're scaring my niece. Look, she keeps pointing at you. Get the f*** out of here, man. Уже через несколько секунд ситуация становится более напряженной, так как из темноты вылетает игрушка. Это происходит неожиданно, будто кто-то с силой швыряет ее. Племянница подходит и берет эту игрушку, а застигнутый врасплох Джоса при этом потерял дар речи. Затем он говорит еще пару фраз предположительно мужчине, которого видела его племянница, а затем прекращает запись и решает проигнорировать все, что он видел до этого. Черная аномалия. Команда отправляется в одну из самых жутких психиатрических больниц Великобритании. Больница была построена в 1700 году и функционировала до 1999 года. Число погибших пациентов здесь было очень высоким из-за отсутствия научного подхода, а мистические истории об этом месте начали рождаться еще в прошлом веке. Судя по легендам, сотрудники видели тени, слышали жуткие звуки и рассказывали ужасающие истории. После закрытия больницы историй стало еще больше, а искатели приключений начали исследовать это место все чаще. Джесс с командой пошли туда, чтобы испытать этот безумный опыт. Необычно видеть, что оригинальный ковер лежит на полу. В этом районе настоящий ад. Вы снова слышите этот шум? Заткнитесь, пошевеливайтесь, мать вашу, поднимайтесь наверх. Я только что кое-что увидел. Я только что кое-что увидел. Это ударило меня по уху. Что, черт возьми, это было? Когда они бродят по коридорам, сначала неизвестный предмет падает с лестницы. Команда думает, что таким образом силы, обитающие здесь, пытаются связаться с ними. В целях собственной безопасности они уходят в другое место, чтобы пообщаться с предполагаемыми духами. До этого, как только мы положим трубку, мы включим ее, она, по сути, излучает электромагнитное поле вокруг себя. И в ней говорилось, что если это сработает, и это потенциально возможно, вы знаете, что духи — это все паранормальные явления. Так что давайте просто опустим это вон там, чувак. Давайте посмотрим, что происходит. Что это было? Я не знаю, чувак. Да, что-то вроде у. Такое ощущение, что я пока не хочу уходить, чувак. Я хочу, по крайней мере, попытаться найти больше ответов. Да, чувак. На самом деле, я просто собираюсь пойти немного дальше. Вы это видите? Что-то только что вспыхнуло. В попытке связаться с духами, Джесс замечает зеленую светящуюся аномалию, которая появляется буквально на секунду перед ними. Не зная, как появилась аномалия, они продолжали исследовать, пока им не удалось записать следующее. Где вы находитесь? Ну же, покажите себя. Неужели вы просто прячетесь от нас? И это все, что вы делаете? Неужели вы слабы? Это здесь, братан. Это здесь. Йо, это гребаная тень, братан. Посмотрите, Джесс что-то замечает. Это похоже на черную аномалию, которая выходит из одного помещения в другое, а затем исчезает. Больше при осмотре этой психиатрической больницы не было найдено ничего паранормального. Автомойка. Следующий ролик снят в Японии. Семья приезжает на автомойку, а отец семейства решает записать видео. Его жена сидит спереди, а сын сзади. Когда мужчина поворачивает камеру, то можно увидеть нечто пугающее, похожее на ребенка-призрака. Посмотрите. При съемке мужчина не заметил ничего подозрительного, но когда он решил просмотреть видео, что снимал за день, то не мог поверить своим глазам. Не зная, кто или что это такое, он был шокирован увиденным. Его семья всерьез поверила, что таким образом демон мог привязаться к их сыну. Оно там. Следующее видео было снято поздно вечером. Автор перед публикацией написал следующее. Я отсутствовал вчера вечером, проверил свою камеру наблюдения около 23 часов 30 минут и увидел это. Есть идеи, что это может быть. Когда я вернулся домой в час ночи, я проверил камеру, прежде чем вошел. Оно определенно все еще было там, но я ничего не увидел. Посмотрев видео, трудно сразу сказать, что за аномалия летает по комнате и что именно удалось заснять камере видеонаблюдения. Зрители, которые посмотрели это видео, утверждали, что это не похоже на частицы пыли или же простую ошибку в работе камеры. Отражение. Следующее видео на Reddit опубликовала девушка, которая была напугана отражением в зеркале. Давайте посмотрим. Глядя на свое отражение, она заметила, что ее волосы стоят дыбом. Прядь волос будто плавает в воздухе, будто кто-то невидимый держит ее. Следующее видео с японского канала охотников за привидениями, которые посещают самые неожиданные места. На этот раз они отправились в заброшенный отель, который раньше был санаторием. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. Уже вскоре после начала изучения здания они начали слышать тревожный шум и удары. Парни не могли найти источник звука, поэтому решили разделиться. Одному из них удалось поймать нечто действительно жуткое. Он устанавливает камеру на полу, осматривает здание, и когда поворачивается, в дверном проеме он видит темную фигуру. В тот же момент он идет проверить комнату, но никого там не находит. Со второй камеры мы видим то же, что увидел мужчина. という感じで、よし、え？Посмотрите, появляется прозрачная темная фигура, которая идет в другое помещение. Что на самом деле представляет собой это заброшенное здание, которое было и отелем, и санаторием? Зрители разделились во мнениях. Многие писали, что это мог быть человек-тень, который сейчас обитает здесь. Это видео изначально было загружено в ТикТок девушкой по имени Сара. В тот момент она была в отпуске в отеле Crescent в Арканзасе, США. Данный отель открылся в 1886 году. Во время строительства был убит рабочий по имени Майкл, и его призрак, как сообщается, все еще обитает здесь. Отель перешел во владение известного медицинского мошенника Нормана Бейкера в 1937 году, который воображал себя врачом. Он превратил отель в онкологическую больницу Бейкера, утверждая, что у него есть лекарство от любой болезни. Больных, умерших от его лечения, хоронили прямо в подвале отеля, который служил импровизированным моргом. Норман был арестован в 1940 году, но призраки данного места до сих пор неспокойны. Поскольку отель все еще открыт, гости часто говорят, что видят привидений и слышат шум во время своего пребывания. Сначала девушка выложила ролик, где сотрудница отеля рассказывает об одном из призраков. А от того, что произошло дальше, действительно становится жутко. Сара снимала свой номер и заметила, как нечто, похожее на ребенка, одетого в белое, быстро проносится мимо. Зрители в комментариях предполагали, что Саре удалось снять ребенка, который когда-то был подопытным Нормана, и которого в итоге похоронили здесь. Поезд. Райан устроил ночную поездку в Техас, но не мог подумать, что она примет пугающий оборот. Остановившись на железнодорожном переезде и ожидая прохождения поезда, его внимание было обращено на что-то необычное, расположенное за поездом. Посмотрите. Машина Райана стоит у железных путей. Он замечает темную фигуру, расположенную за поездом и проходящую совсем рядом. Засняв это видео, мужчина был заинтригован и обеспокоен этим своеобразным явлением. Его удивление нарастало, так как нечто буквально растворилось перед его глазами. Райан остался в недоумении. Его камера засняла нечто странное, похожее на призрачное существо, мимолетно промелькнувшее в темноте. Охрана. Во время дежурства охранника на одном из заводов в Мексике камера видеонаблюдения засняла загадочную сцену. Давайте посмотрим. Добрый вечер. Ах, да, вы к нам из столицы и хотите снять у нас комнату. Я Геннадий. Проходите. Да, ну и погодка. Вы там замерзли? Может, чаю? Я настаиваю. Плита есть, газ есть. Мужчина садится, отодвигает стул около себя и будто с кем-то беседует. Это похоже на полноценный разговор. Он даже жестикулирует. Зрители, которые посмотрели это видео, заметили еще кое-что. Как только охранник выдвигает стул, к нему движется темная фигура, а затем исчезает. Многие также посчитали, что охранник разговаривал с призраком бывшего сотрудника, который скончался во время несчастного случая на этом заводе. Психбольница. Исследователи по имени Леви со своей командой отправляются в заброшенную психиатрическую клинику, чтобы задокументировать паранормальные события, происходящие там. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. Они решают разделиться. Леви идет в одну часть здания, а Анжела и Чиза отправляются на другие этажи. Леви начинает бродить по помещениям, где когда-то держали психически больных людей. О боже, только посмотрите. Вау, только посмотрите на это. Это пациент Джерри Линдси. Вот здесь внизу написано неуместно, а здесь уместно. Вот описание позы. Лягте на спину, правую руку прижмите вплотную к телу. 2. Левую ногу держите в согнутом положении. В-третьих, голова не полностью поддерживается. Это просто безумие, что вы должны спать определенным образом. Только посмотрите на это. Вау, это зеркало. Давайте посмотрим, сможем ли мы сделать так, чтобы мимо нас проплыла тень. Если здесь есть какие-нибудь духи, не могли бы вы появиться здесь передо мной? Что это было? Чиза, ангел, это был ты? Я не знаю, что это было, но... Спустя несколько минут исследования здания, Леви находит зеркало и пытается пообщаться с духами, которые могут тут обитать, а затем он слышит голоса. Однако, думая о том, что это могли быть Анжела или Чиза, Леви в ужасе продолжает расследование. Hello, anybody here? Чувак, прямо сейчас в этой комнате что-то произошло. Это большой шар. Я тебя видел. Ты можешь выйти? Чувак, он двигался справа налево. Я просто пришел с миром. Я здесь для того, чтобы сделать запись. Если вы хотите, чтобы я ушел, дайте мне знать. Автор кого-то замечает в коридоре и пытается выяснить, что это и чего она хочет. Он идет по коридору, чтобы проверить, кого или что он слышит, но никого там не находит. Я собираюсь вернуться в ту комнату с зеркалами. Я собираюсь на самом деле снова посмотреть в зеркало и посмотреть, сможем ли мы запечатлеть то, что мы только что запечатлели, все шумы и все такое, всякое такое. Это было просто потрясающе. Просто на всякий случай, если вы, ребята, заметите что-нибудь позади меня, дайте мне знать. Я слышал, что он. Вы были у меня за спиной? Это вы? Не могли бы вы издать еще какой-нибудь звук? Вы это слышите? Оно разговаривает. Я просто иду прямо туда. Это вы стоите передо мной? Не могли бы вы повторить это еще раз? Йоу, прямо сейчас меня определенно трясет. Это просто потрясающе. Давайте повторим это еще раз. Что это за звук? Вы можете сдвинуть это с места? Вы можете пнуть это ногой? Время от времени что-то ударяется. Не могли бы вы ударить по нему еще раз? У меня такое чувство, будто кто-то прямо сейчас ударил по этому ящику. Yo, hey, yo, this place is crazy. Леви убежден в том, что не только он с командой находится в этой психиатрической больнице, поэтому решает вернуться в комнату с зеркалом. Но когда он наконец решает пойти по коридору, то слышит снова звуки позади себя. Леви сначала заходит в ближайшую комнату и снова слышит странный звук. Он пытается спросить у духа, может ли он себя показать или повторить, но ничего не происходит. Хотя звуки вокруг Леви не прекращались, это не особо его пугало. Хорошо, так что я снова здесь. Да, увидел отпечаток ноги прямо здесь. Не могли бы вы пройти мимо к зеркалу? У вас есть имя? Что это было? Если это дух, то можете ли вы издать какой-нибудь звук? Не могли бы вы издать этот звук еще раз? Мне кажется, я слышал, как вы идете или что-то в этом роде, или ступаете, или что-то в этом роде. Зеркало, зеркало на стене. Кто этот дух позади меня? Он выглядит как маленький ребенок прямо там. Я вижу, что вы стоите прямо рядом со мной. Вы можете видеть голову. Вы можете видеть руки и ноги. Вам интересно, почему я здесь? Вы выглядите так, словно вы маленький ребенок. I have something that you could communicate with me. Do you wanna see if you could speak through it and talk to me? Dude, look at that right there. Look, something just passed by there. Oh my God! Hello. Вы можете сделать так, чтобы этот шум повторился? Вы можете двигаться? Зеркало, зеркало на стене. Кто этот ребенок, отражающийся в стене? Дальше он идет в комнату с зеркалом, где уже был до этого. Когда Леви находится в комнате с зеркалом, он пытается связаться с духом, предположительно обитающим здесь. А дальше он видит в зеркале что-то похожее на маленького ребенка. Посмотрите в замедленном режиме, что-то удалось задокументировать на камеру. Так что у меня есть камера прямо по коридору, и я буду в этой комнате задавать вопросы 7/7. Давайте надеяться, что все, что она будет снимать там внизу, будет зафиксировано и другой камерой. Так что давайте сразу перейдем к делу. Итак, у меня в левой руке есть устройство. Это черный ящик с красной лампочкой и включенной антенной. Если бы вы пытались поговорить со мной, потому что происходит много знаков, много шума, много вещей разбросано вокруг, у меня было бы глубокое чувство. Поставьте здесь флажок, чтобы вы могли общаться со мной, хорошо? Итак, давайте начнем с названия. Как вас зовут? Вы та самая женщина, у которой, как я полагаю, есть фотография прекрасной дамы в комнате номер 8. Так как же вас зовут? Если вы хотите издать еще один звук, в коридоре, пожалуйста, сделайте это. Yeah, we are ghost hunting, and I think this is your hunting or ghost hunting, and then right before this is white. У вас есть имя? Мне кажется, я видел ребенка в этом зеркале. Это были вы? Леви, несмотря на переживания, не сдается и пытается выяснить цель этого духа, зачем он находится в этом здании. С помощью специального оборудования он задает вопросы и, как ни странно, получает ответы на некоторые из них. Теперь, когда мы все здесь собрались, вы можете издать какой-нибудь звук? Вы только что что-то услышали? Да. Я говорю вам, что не знаю, откуда это берется, но... Не могли бы вы нажать на это еще раз? Вон та белая коробка или холодильник, что бы это ни было. Что это было? Похоже на свисток. Вы свистите? Спустя время Леви встречается с Анжелой и Чиза. Он рассказывает, что видел в зеркале и что слышал в одной из комнат странные звуки. Они вместе идут туда, чтобы проверить еще раз присутствие там паранормальных сил. Анжела подтверждает, что также слышит звуки, похожие на свист. Всей группой они спускаются в подвал. Леви говорит о том, что в прошлый раз, когда они уже были в этом месте, он нашел на своем теле царапины. И ситуация повторяется. Спустя несколько минут он чувствует, будто кто-то до него дотронулся, а его напарник находит царапины на его шее. На этом расследование заканчивается в целях сохранить свои жизни. Ссылка будет в описании, если ты еще ферма. Девушка по имени Уитни задокументировала жуткие происшествия, которые происходили на ее ферме. В один из дней, когда она зашла в сарай, ее магнитофон включился сам по себе. Это мог бы быть простой сбой в работе техники, скажете вы, но Уитни засняла кое-что еще. Посмотрите еще один ролик, когда ее лошади испугались, а слева она заметила странную белую фигуру. Девушка растерялась и хотела узнать у подписчиков, что это может быть. Многие предполагали, что животные пугаются не просто так, а на ее ферме действительно происходит нечто пугающее. Перед сном. Следующее видео было снято Джорданом, когда он готовился ко сну со своими детьми. Когда дети засыпают, Джордан снимает видео, чтобы сохранить этот драгоценный момент. Но то, что происходит дальше, его не на шутку пугает. Nothing here. Nothing here. Oh my god, I'm so. Oh my god, look, legit goosebumps. Oh my god. What the is that? Джордан сначала слышит жуткий звук, а когда смотрит на телефон, то замечает темный силуэт. Фигура, без видимых черт, стоит прямо за ним. Он вскакивает и крутится вокруг, стараясь найти это нечто. Прогулка. Ники работал недалеко от старой заброшенной больницы. Она расположена во Флориде и построена в 1915 году. Судя по городским легендам, больницу преследует бывший пациент. После вечерней смены Ники решает немного прогуляться около этой больницы с друзьями, и они замечают нечто жуткое. Давайте посмотрим. You see it? It had arms. Grayson, it had arms. No, those are arms. Oh my god! Oh my god! It's a real person. No, those are arms now. No, those are arms. No, those are arms. No, no. I don't care. Those are arms. Увидели? В совершенно пустом здании больницы будто кто-то находится. Можно увидеть фигуру в одном из окон. Ники и его друзья посчитали, что это мог быть призрак бывшего пациента или работника больницы. Зрители говорили, что фигура похожа на худую женщину, которая одета как монахиня. Следующее видео от любителя паранормальных явлений Яна, который часто появляется у нас в подборках. Он отправляется в заброшенную тюрьму штата Айова, которая считается одной из самых жутких в окрестностях. Многие заключенные встретили здесь свою кончину. Мрачная репутация началась еще в 1950-х годах, когда люди вспоминали о бестелесных шагах, голосах и стонах, которые они слышали в стенах тюрьмы. Ян отправляется в тюрьму, как только наступает глубокая ночь. Вы что-то передвинули? Вы могли бы постучать по стене, по столу? Что, черт возьми, это было? Я слышал, как что-то стучало вон по той стене. Вы только что постучали по этой стене? Если бы это были вы, не могли бы вы сделать это еще раз? Это прозвучало так, как будто это могло произойти прямо здесь. Вы только что передвинули одну из этих ложек вот сюда, на стену? Если бы вы передвинули ее еще раз, это было бы просто феноменально. Вы можете использовать любую энергию, которая вам понадобится. Какого черта? Теперь я слышу больше звуков. Вы там что-то передвигаете? Я слышу вас оттуда. Черт возьми, ребята, прямо сейчас в этой комнате действительно становится холоднее. Уже спустя несколько минут расследования множество тревожных звуков окружает его, сигнализируя о неведомом присутствии. Make a sound if you're in here. Whoa. Спасибо. Я только что это услышал. Это было похоже на стук в стену. Гарри, если бы вы постучали в эту стену или в одну из этих стен, не могли бы вы сделать это еще раз? Неустрашимый Ян идет дальше, а уже после получения ответов на ряд вопросов, Ян делает ряд фотографий, на которых документирует нечто любопытное. What got you locked up? Не могли бы вы показаться? Известно ли вам, что эта тюрьма больше не функционирует? Срок вашего заключения истек. Немного странно, что некоторые из моих фотографий получаются очень размытыми. Мне уже начинают нравиться эти размытые фотографии. Похоже, что здесь что-то вроде тумана. Здесь совершенно чисто. Куда же он делся? Гарри, вы здесь закуриваете сигарету? Здесь почти похоже на дым. Да, это странно. Сейчас все как будто исчезло. Я собираюсь вернуться и посмотреть, не почувствую ли я какой-нибудь запах. Я ничего не чувствую. Это было странно. Мне показалось, что здесь в буквальном смысле слова было много дыма или что-то в этом роде. Это было бы просто безумно. На фотографии, кажется, стоит дым от сигарет, будто кто-то недавно курил здесь. Как вы знаете, пресловутая привычка заключенных выкуривать большое количество сигарет. Возможно, это они. Ян не сдается и идет дальше. Когда он хочет выйти из камеры, то слышит странный звук, который звучит как стон. That is so freaking crazy. Whoa. О боже, я это слышал. Это было в одной камере со мной. Ян достает спирит-бокс, начинает задавать вопросы и надеется получить ответы. Я хотел бы поговорить с вами. Это устройство, с помощью которого вы могли бы разговаривать. Кто здесь находится? Мне показалось, что оттуда доносится мужской голос. It's hard to make out what's being said, but I'm definitely hearing someone talking. Сколько духов обитает в этой тюрьме? Мне показалось, что вы сказали один. What did that say? That sounded like broken neck. С кем я разговариваю? Джозеф. Oh my God. Там только что было написано Джозеф. No freaking way. He's the one that fell. He fell from the third floor of the squirrel cage. Joseph, is that you? What were you thinking climbing that cell? Whoa! What was that? Звук доносился откуда-то сверху. Hello? Заключенные, если это вы, то выйдите из своей камеры. Reach out of your cell. Oh, God. Holy crap. Самое паршивое, что я никак не могу разобраться. Я не могу подняться туда. Третий этаж полностью оцеплен. И послушайте, там ни за что не мог кто-нибудь оказаться. Why don't you make some more noise? Oh, that came from it here. Hello? That came from in this cell. I'm hearing noises everywhere. Когда автор задействовал оборудование, он действительно начал получать ответы, узнав, что здесь обитает как минимум 11 духов. Решая переместиться в другую камеру, Ян не перестает слышать странные звуки и чувствовать, что рядом с ним что-то есть. Не могли бы вы дотронуться до этой зеленой лампочки? Она только что загорелась, все в порядке. Спасибо вам. Не могли бы вы дотронуться до нее еще раз? Срань Господня. Окей, здесь даже кто-то есть. Как получилось, что вы оказались в одиночной камере? Вы с кем-нибудь подрались? Да. О, ребята, у меня прямо сейчас мурашки бегут по коже. У меня действительно мурашки по коже. Ничего, что я вернулся сюда. Я вам здесь не нравлюсь? Он хочет, чтобы я ушел. Если вы хотите, чтобы я ушел, я осмелюсь попросить вас попытаться напугать меня и выгнать отсюда. Off of that cell door. Вы это видели? Did you see that? I did it on there good, and it just boom. Ян продолжал расспрашивать духов, документируя произошедшее на камеру. Однако дело принимает тревожный поворот, когда его оборудование неожиданно падает. Не испугавшись, Ян продолжил расследование, отмечая чувство относительного спокойствия в окружающей его энергии. Но его спокойствие длилось недолго, поскольку атмосфера быстро изменилась. На самом деле я ничего там не чувствую. Так что, думаю, нам пора двигаться дальше. Что, черт возьми, это было? Это тряпка. Эта тряпка только что сдвинулась с места. Взгляните, взгляните. Здесь никого нет. Чувак, что-то только что сдвинул эту тряпку. Holy shit! Oh my God! Я не могу в это поверить. Oh, God. Я действительно начинаю нервничать из-за того, что нахожусь здесь. Позвольте мне выйти. Как вы это объясните? Я видел это дважды. В первый раз я заметил это краем глаза. and then when I turned around, it did it again. Man, I hope I caught that on camera. Holy... Полотенце, которое свисало в одной из тюремных камер, начинает шевелиться. Ян заходит в камеру, но видит там только манекен, причем достаточно жуткий. Исследователь отправляется в лазарет, который привлекал многих, кто приходил сюда. Спустя несколько минут Ян слышит бестелесные шаги и голоса, которые доносятся откуда-то поблизости. No way. No way. Я только что услышал шаги. Hello? Кто здесь наверху? Holy crap, what is going on up here? Что это, черт возьми, такое? Это звучит так, будто сейчас разговаривают два человека. Шериф? Это вы? Вы разговариваете со своей женой? Что это было? Что-то только что сдвинулось с места. Смотрите, смотрите. Я только что сам видел, как закрылась дверца этого шкафа. Когда Ян исследует коридор, он внезапно замечает, как дверь шкафа закрывается. Это еще раз служит подтверждением того, что в этой заброшенной тюрьме Ян находится не один. Он решает предпринять последнюю попытку пообщаться с духами. Однако внезапно он чувствует себя нехорошо и решает прекратить. Мне нужно убираться отсюда. Я чувствую себя не очень хорошо. У меня начинает кружиться голова от всего этого. I'm feeling really nauseous too. Oh, holy f! I swear to God, I just see the shadow. It went into the bunk bed where the axe is. Уже уходящий Ян запечатлел поистине тревожную картину. Он заснял темную тень, которая перемещалась внутри тюремной камеры над кроватью. Бокал. В следующем видео, которое было загружено в ТикТок, девушка просто наливает пиво в бокал. Через мгновение она пропадает из кадра, и происходит нечто странное. Бокал, наполненный пивом, просто опрокидывается. Зрители высказали различные предположения, от гравитации до полтергейста. Однако многие остались озадаченными этим видео и даже не в силах высказать свои предположения. Силуэт. Следующее видео записала мама, которая беспокоилась за своих детей. Увидев нечто необычное однажды, она теперь постоянно хочет заснять подобное. Первое страшное происшествие произошло на заднем дворе, но тогда собаки разбили двери, и ей не удалось заснять все на камеру. Она с сожалением вспоминает это событие, так как одну из ее собак пришлось усыпить по причине проблем со здоровьем. И вот сейчас, находясь дома, она снимает видео в надежде показать происходящее. Давайте посмотрим, что ей удалось заснять. Me? No, you're not. Now it's disappearing. He's going to play with the dogs. And then it's going to come back. It's coming back? Yeah. That. На двери появляется чья-то тень, и если приглядеться, это похоже на силуэт собаки. Она появляется из ниоткуда и остается на месте, никуда не двигаясь, прежде чем исчезнуть. Семья полагает, что это был дух их собаки, которую им недавно пришлось усыпить. Они были рады узнать, что она все еще присутствует рядом с ними. Следующее видео с японского канала охотников за привидениями. Широ и его друг Тай решили отправиться в заброшенную больницу в попытке запечатлеть паранормальную активность. Заброшенная больница расположена высоко в горах. Сообщалось, что она была закрыта после тайфуна 1982 года. По слухам, призрак женщины, которая в тот момент находилась там, все еще обитает в больнице, палате 208. Широ и Тай отправляются в это наполовину разрушенное здание и устанавливают камеры ночного видения возле палаты. Пока парни изучают больницу, камера снимает жуткие события. Посмотрите. В левой части экрана проходит теневая фигура, которая напугала зрителей, посмотревших это видео. Кто-то явно присутствует в этой палате. Охотники за привидениями решают остаться в больнице и продолжить расследование. Тай решает остаться внутри палаты, а Широ уходит в другую часть здания. О! Не-не-не! О! Не-не-не! Как сам флита. Я, Широ. Широ, идем, Широ. Тай, находясь совсем один в палате, сталкивается с чем-то необъяснимым. Он сначала слышит странные звуки, а потом темная тень тянется прямо к нему. Мужчина замечает это и в страхе убегает. Камера при этом также засняла нечто, похожее на теневую фигуру, проходящую около двери. Многие зрители верят, что это мог быть реальный призрак, который все еще обитает в этой больнице. Автосервис. Маркус Гарсия, владелец автосервиса, выложил следующий ролик в ТикТок. По его словам, он на 100% настоящий и не подлежал редактированию. По словам автора, в автосервис тогда привезли разбитую машину после страшной аварии. Маркус, когда зашел посмотреть видео с камеры, заметил, что его сотрудник вел себя крайне странно. Estoy revisando por la cámara del taller de mi teléfono, estoy en mi casa. Y este maestro está hablando solo. No cacho qué onda. La verdad que no cacho qué onda. No, está hablando solo. Voy a preguntar por cámara qué está haciendo. A ver, vamos a preguntar. ¿Aló? Oye, disculpa, pero ¿con quién estás hablando? Con don Carlos, me estoy pasando el presupuesto y explicando el tema del accidente que tuvo anoche en la carretera. Se me está viendo el presupuesto y estoy explicándole lo que le estoy diciendo. Oye, cálmate. ¿Qué, don Carlos? Pero, oye, escúchame un poquito. ¿Tú me estás hablando del accidente anoche? Claro. Juan, me estáis huellando, ¿cierto? No, pues estoy con don Carlos aquí, pues. Me estoy explicando esto. Oye, ¿podéis subir? ¿Sabéis qué? Oye, es que no estáis hablando con nadie, viejo. No estás hablando con nadie, Juan, y ayer los que chocaron murieron todos. Juan, no estás con nadie, sube y ven a ver las cámaras, tengo todo grabado. Sube, viejo, sube, vente al tiro. Si estás no estás con nadie, Juan. Viejo, no, tengo grabado, vente por favor, vente. No, esta weá. Один из его сотрудников, Хуан, с кем-то беседовал, хотя напротив него никого не было. Когда Маркус видит это, он звонит своему сотруднику, так как начинает беспокоиться за него. Маркус спрашивает, с кем разговаривает Хуан. Он отвечает, что видел мужчину по имени Карлос. Он спрашивает у него про стоимость ремонта автомобиля, который привезли после страшной аварии, но никакого Карлоса не было видно около сотрудника автосервиса. Маркус находился просто в шоке. Он попросил Хуана прийти и посмотреть кадры с камеры, доказывающие, что там он был совсем один. Однако Хуан до сих пор клянется, что разговаривал с мужчиной, который стоял прямо перед ним. Вскоре выяснилось, что человек по имени Карлос погиб в автомобиле, который привезли в тот день в автомастерскую. Страхи Таши. Девушка по имени Таша загрузила несколько роликов в ТикТок, утверждая, что в ее доме обитает привидение, и вокруг нее происходят паранормальные события. Все началось с того, как Таша с мужем переехали в старый фермерский дом, где сами по себе могли закрываться двери и были слышны странные скрипы. Сначала Таша просто игнорировала это, но активность нарастала день за днем, и она начала снимать происходящие события. I'm crazy. The first time I'm here by myself, there's a picture on the floor, and it just... Несколько событий, например, когда она слышит странные звуки, а затем дверь силой закрывается, и ей все-таки удалось заснять. Спустя несколько дней камера дверного звонка Таши срабатывает, ей слышны звуки шагов, а ночью она просыпается от звука постукивания. Активность нарастала, и Таша стала чувствовать себя сумасшедшей. Находя вещи не на своих местах, она решила установить ноутбук и записать происходящее на видео. Предметы стали падать с кухонного стола. Тогда Таша поняла, что с ней все нормально, а в доме действительно присутствует нечто паранормальное. Через пару часов Таша снимает своих собак в гостиной и снова документирует паранормальное событие. Обратите внимание на тень у межкомнатной двери. Зрители писали, что она похожа на сгусток энергии. Позже камера дверного звонка снимает таинственную тень, которая быстро уходит из поля зрения. Что это было, Таша и ее семья даже не могут предположить. Чтобы докопаться до сути, она обратилась к команде исследователей паранормальных явлений. Они начинают свое расследование и снимают огромное количество орб в доме у Таши. Затем они переходят в другую комнату, где через мгновение рамка с фотографией падает сама по себе. Исследователи решают подняться наверх, и то, что происходит дальше, действительно пугает. So you think it will calm down when we're done, or... Когда Таша с группой исследователей находится на втором этаже, можно заметить в нижней части лестницы призрачную фигуру, которая быстро исчезает. Пользователи, которые посмотрели это видео, были по-настоящему напуганы и порекомендовали Таше уехать из этого дома, пока еще не поздно. Зрители также отправили ее ролики экстрасенсу и медиуму Изабеле Франк, и она записала ответ со своим мнением. Она подтвердила, что это не фейк, а энергия ей видится как достаточно тяжелая. Экстрасенс предполагает, что эти сущности когда-то жили там, в этом доме, и не могут его покинуть. Блин. Следующее видео, которое было найдено в ТикТок, заинтриговало многих пользователей. Давайте посмотрим. Молодая девушка просто засняла, будто что-то перемещалось под пледом ее кровати. В конце видео она показывает, что кошка также стоит около кровати и смотрит на все происходящее. Зрители были заинтригованы и подсказали девушке последить за аномалиями, которые происходят в ее квартире. Она снимает следующее видео, стараясь поймать эту странную аномалию. Посмотрите. Только один из пользователей предположил, что это могли быть вентиляторы, один из которых был направлен прямо в сторону кровати. Однако многие пользователи утверждали, что это могло быть проявление полтергейста. День рождения. В следующем видео бабушка празднует свой день рождения в окружении своей семьи. Все поют песню «С днем рождения», а сама бабушка сидит за столом. Сначала кажется, что ничего необычного не происходит, но уже спустя время вы увидите что-то странное и пугающее. Посмотрите. Темная фигура пробегает и быстро перемещается. Мы даже не успеваем рассмотреть, кто или что это было. Как отметили зрители, это было похоже на маленького ребенка, который бежит с нечеловеческой скоростью. Как утверждает сама бабушка, в этом видео могла быть ее дочь, которая умерла много лет назад. Когда она была маленькой, то любила играть в догонялки с ней и своим братом. Следующее видео было снято в Техасе. Мужчина, живущий в одном из техасских городов, столкнулся с нечто необычным. Он обнаружил, что без света он не может заснуть. Не потому, что ему нужно уютное освещение, а потому, что его преследуют кошмарные явления. Однажды друг остался у него дома, а ночью они проснулись от странных звуков, которые слышали в спальне. Мужчина решает задокументировать происшествие, происходящее у него в доме. Он разбудил своего друга и направился к шкафу, откуда, по его мнению, исходили странные звуки. Однако там он ничего не нашел. Но это было не все, что удалось ему заснять. Уже несколько дней спустя, находясь дома в одиночестве, он слышит странные звуки и решает снова записать все на камеру. Мужчина видит темную фигуру, когда он только открывает дверь. Он пугается этого нечто и поспешно закрывает дверь спальни. В следующем видео охранники из Казахстана обнаружили на ролике с камеры наблюдения нечто действительно пугающее. Название музея неизвестно, но двое охранников ночью заметили нечто жуткое. Посмотрите. Призрак. Призрак. Храм жабық тұр, иә? Сіз шынап қот жасап жауап көрдіңіз. Қайта сізге көрініп, жаңа көрінгенде сіздің есіңіз шығады еді. Бұны көрдіңіз ба? Елес жүр ғой, елес, призрак. Бәсе өткенде мен түнгі сағат бірлерде көрген. Полупрозрачная фигура, которая, кажется, одета в белое платье, любопытно ходит среди экспонатов. Охранники полагают, что загадочная фигура – это призрак. Страхи Марсио. Марсио Палберс, студент, думает, что он живет в доме с привидениями. У него под рукой всегда телефон, чтобы заснять происходящее. Как говорит Марсио, иногда ему удается поймать действительно жуткие кадры. Сначала мы можем предположить, что Марсио столкнулся с активностью полтергейста, так как когда он ходит по квартире, то предметы падают сами по себе. Уже следующей ночью Марсио стал свидетелем паранормальных событий, когда смотрел телевизор. Как он говорит, деятельность возобновилась, даже стала активнее. В следующем видео Марсио заснял, как стул на его кухне двигался сам по себе, а через несколько мгновений дверь закрылась, и кто-то начал в нее стучать. Уже ночью домофон начинает работать, оповещая его о движении у двери. Когда Марсио смотрит в глазок двери, он видит некую тень, но не делает никаких выводов. Однако вскоре мужчина сделал заявление о том, что он пытался связаться с этим существом, используя спиритическую доску Уиджи. Несколько дней спустя, когда мужчина входит домой, он слышит звук падения. Исследуя квартиру, он обнаруживает, что цветок упал на спиритическую доску. Марсио показывает, что в его квартире больше нет никого, кто бы мог это сделать. Даже кот был заперт в отдельной комнате. Марсио решил, что он должен установить несколько камер видеонаблюдения для собственной безопасности. Давайте посмотрим, что им удалось заснять. Мужчина сидит на диване, как вдруг раздается звонок. Оказалось, пришел курьер и принес ему доставку. Однако в этот момент в одной из комнат свет включался и выключался, что как раз засняла одна из камер. Когда Марсио возвращается, в его гостиной начинает раскачиваться люстра. Он это замечает, но не придает особого значения, так как сталкивается с такими событиями ежедневно. Следующий ролик выложила Мелоди, которая оказалась в пугающей ситуации. Невинное видео превратилось для нее в настоящий фильм ужасов. Мелоди просто общается со своими подписчиками, как вдруг видео принимает внезапный поворот. Она слышит голос, который зовет ее, но в этот момент Мелоди понимала, что она находится дома совсем одна. В попытке успокоиться, она предполагала, что это мог быть ее кот, который издавал такие звуки. Однако, почитав комментарии, Мелоди поняла, что она могла быть не права. В следующем видео мужчина по имени Мэтт управляет тяжелой техникой. Он хорошо справляется со своей задачей, однако обычное видео принимает неожиданный поворот. На мониторе он видит человека, который стоит впереди, прямо на дороге. Мэтт абсолютно убежден, что он видел этого человека, но только на мониторе, а не вживую. Когда он снова проверяет монитор, он видит человека, или же некую паранормальную сущность на экране. Самые зоркие зрители заметили, что при внимательном рассмотрении можно увидеть, как фигура движется внизу кадра. Была ли это какая-то аномалия, неизвестно. Константин, that's my name. Clean life like it's just beginning. In the world of magic, I reign supreme. I'm the nightmare in your dreams. John Constantine, that's my name.